нанесение номеров и эмблем Sportprint M. Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию с главного стадиона округа. Матч шестого тура, игра, которая была перенесена, но, естественно, по регламенту должна быть сыграна до того, как начнутся поединки решающих двух туров. Сегодня вашему вниманию. Интер играет против Gold Shark, и интрига формулируется максимально просто. Интеру достаточно набрать одно очко для того, чтобы стать чемпионом. И я уверен, что команда Сергея Филина попытается сделать все, чтобы именно сегодня оформить первый свой титул в качестве клуба Северной лиги. Ну что ж, стартовый сигнал главного арбитра Юрия Апанасенко уже прозвучал. Команды определили... Ну, собственно, уже и гол произошел, да? 23 секунды, Владимир Свежук открывает счет с места в карьере. И Интер, в общем, не откладывает в долгий ящик. Естественно, мы этот матч не могли не показать, потому что все-таки хочется в прямом эфире... такие важные и знаковые события запечатлеть и увидеть. Но, пожалуй, ожидалось чуть более серьезное сопротивление, что ли, уже на первых минутах. Вот быстрый гол, который, наверное, на ход матча повлияет. Но в любом случае будем смотреть, будем ожидать красивого футбола, как минимум, если уж не интриги. Ну и поговорим о сезоне, завершающемся сезоне на Севере, каким он получился, какие-то выводы сделаем. Ваш комментатор на сегодняшний эфир Кирилл Разумовский. Давайте по стартовым составам пробежимся, потому что, ну, все-таки вот этот гол, он несколько сбил нашу стандартную процедуру. Итак, у Нарадзури в воротах Эдуард Батыгин, номер 20 у него в заявке по протоколу, но на свитере единичка. Думаю, в очередной раз, наверное, стоит сказать, что в отношении вратарей это не принципиально, здесь правила не столь жесткие. В обороне 17 номер Николай Липаткин, 15 номер Руслан Нахушев, и должен был играть Илья Федоров справа, но он... немножко задерживается, и Мишин, номер 23, вышел в стартовом составе. В центре поля у Интера Дмитрий Мечков, номер 6, на флангах атаки Владимир Свежук, номер 21, и Александр Рощин, номер 22, и на острие Артак Григорян, 77 номер. У Интера 8 футболистов заявлены в качестве запасных. Я думаю, что... скорее всего, мы всех увидим сегодня в игре, потому что и матч знаковый для команды, и все как-то сразу начало складываться в нужном ключе для черно-синих. Поэтому, предполагаю, вот, например, Артем Ковалев и Владимир Правский не в игровой форме находятся. Вот они, может быть, и не сыграют. Другие футболисты готовы на поле появиться по ходу матча. У Gold Shark проблемы с составом, вообще кадровые сложности. Вот в конце сезона, даже не скажу, что во второй части сезона, потому что в какой-то момент все было нормально, но вот уже в такой поздней весной проявились эти проблемы. И, к сожалению, тяжело дается концовка сезона акулам. Ну так вот, пока 8 человек, включая Валерия Скоробогатова и Олега Пронина. В следующей расстановке команда игру начала. Виталий Горелов в воротах. Три защитника. Александр Клягин, 5-й. Дмитрий Кожемякин, 3-й. И Алексей Бритовский, 6-й. В центре поля Иван Симаков, номер 12. На флангах Дмитрий Шестаков, 8-й, и Валерий Скоробогатов, номер 7-й, и впереди Олег Пронин, 14-й. Должен быть Андрей Фандеев, но он также опаздывает. Если бы он был, он, наверное, сыграл в средней линии поля.
И тогда Скоробогатов переместился бы вперед. Я думаю, что такой вариант мы еще увидим по ходу встречи. Но пока атакует в основном Интер. Гулшарк без замен, конечно, тяжело будет. Погода-то приятная, футбольная, но все-таки уже ближе к лету. И температура такая, что тяжелее, наверное, футболистам действовать. А здесь второй гол, дальний удар Мишина. И 2-0. Горелов до мяча дотянулся, но отразить его не сумел. 2-0. Интер ведет на пятой минуте, в начале пятой, даже так скажем. Ну и, наверное, о спортивной интриге говорить не приходится теперь в этом матче. В общем, такое развитие событий прогнозировалось. Мне все-таки казалось, что Гулшарк минут 20-25 сможет Интеру противостоять на равных. Примерно, да, то есть, естественно, с учетом стратегии, закроется, пытается играть плотнее, но вот... Получилось, как получилось. Но Интер в хорошем настроении к этой игре подошел. Здесь все футболисты были сосредоточены. В общем-то, такой расслабленности, как оно иногда бывает, никто не допускал. Ну а где-то в умах у игроков наверняка сидит мысль о том, что, в общем-то, главное уже сделано. И Интер опережает на 6 очков своих преследователей, Динамо и Гефест, и у Интера 3 игры осталось. То есть достаточно 1 балл набрать в 3 матчах, причем сегодня Интер играет с Гулшарком и завтра еще сыграет. Завтра будет игра 13-го тура. Ну а здесь Виталий Горелов на газоне держится за заднюю поверхность бедра. Если это травма, то, конечно... Не знаю, как Гулшарк будет продолжать игру, потому что мало того, что нет замен, и нет вратаря в альтернативу Горелову, где получил такую травму, да, но подбадривают его даже соперники, потому что хочется играть все-таки, и было бы не очень здорово, наверное, если бы игра закончилась. Вот, пожалуйста, Пронин выиграл верховую борьбу у Руслана Нахушева. По инстат, наверное, себе плюсик записал определенный. И Гулшарк что-то похожее на позиционную атаку даже пытался провести. Отличная передача Мишина. Григорян мяч принял, но далековато, чуть-чуть отпустил от себя. И поэтому опасного момента здесь не вышло. Но Артак Григорян имеет такой перевес над преследователями в таблице бомбардиров по всем версиям, и по голам, и по гол плюс пас, что может вообще в последних матчах не выходить на поле, и все равно к нему даже не то, что не догонит, никто даже не приблизится. Собственно, на севере традиционно лучшего игрока определяют голосованием среди всех представителей команд, участвующих в чемпионате, и мне кажется, что Григоряна, просто максимальные шансы получить титул MVP по итогам сезона. Все-таки его достижения впечатляют, и он наиболее заметная фигура. На сегодняшний день у Артака Григоряна, здесь, правда, Свежук еще один мяч забивает, опять с передачи Мишина, передачи этого футболиста, а в смысле, что Мишин тоже в атаке результативно поучаствовал, 3-0. У нас 8-я минута. Так вот, у Григоряна на сегодняшний день 23 гола во второй части чемпионата и 12 голевых передач. Результат сам по себе абсолютно выдающийся, но надо отметить, что еще 26 мячей и 15 голевых передач Григорян сделал в первом круге. Хет-трик у него в суперкубке, который выиграл Интер в этом сезоне, и 14 голов в кубке ЛФЛ, 14 голов и 5 передач, несмотря на то, что Интер вылетел из турнира на стадии 1/8 финала. То есть вот так по самым скромным подсчетам за сезон, за клубный сезон, Артак Григорян забил ни много ни мало 66 мячей.
Для ориентира просто, может быть, другим атакующим игрокам в других командах это будет в качестве определенной цели, наверное. Ну, в общем, посмотрим. Еще раз повторюсь, Интер наиболее сбалансированная команда по сезону. Так получилось, что в каждой линии есть лидер, и не один, и есть футболисты, которые могут подменить на каком-то этапе сезона. То один, то другой игрок выходил на авансцену, да, и проявлял себя лучше других. Но, в общем, по большому счету, именно командной игрой Интер взял в этом году. У Интера совершенно замечательный сезон получился. Наверное, еще вот окончательно подводить его итоги не совсем правильно, потому что будет Кубок Севера. Интер в прошлом году выиграл трофей, и я думаю, что будет поставлена задача повторить успех в этом сезоне. Но чемпионат, конечно, особняком стоит, потому что Кубок – это очень скоротечный турнир. И победители Кубка в последние годы не всегда показывали стабильность и умение на долгой дистанции удерживать хорошую форму. Ну вот, например, буквально недавно Беда выигрывала Кубок Севера, и у команды там по сезону не очень ладилось, но именно в конце удалось выйти на пик, и поскольку решающие стадии проводятся там буквально в течение 2 недель, насколько я помню, тогда был четвертьфинал и полуфинал в один уикенд, финал в следующий, в общем, где-то, может быть, чуть повезло, где-то собрался нужный хороший состав, футболисты были в неплохой готовности, и вот уже трофей, пожалуйста. Ну, более короткий путь, наверное, только в Суперкубке, да, там турнир вообще из одного матча состоит. Но в чемпионате все-таки на протяжении целого года нужно свой класс подтверждать. Более того, в этом сезоне после изменения формулы, когда после первого круга очки сгорели, это стало сделать еще тяжелее, с одной стороны, потому что, в принципе, как показывает практика, многие чемпионы последних лет сразу обеспечивали себе определенный задел и потом просто раскладывали силы по дистанции и удерживали свое преимущество. Так вот, Интер и на первом этапе чемпионата, и на втором, в принципе, доминировал. Может быть, осенью и зимой не так это было явно заметно. Рощин 4-0 на 12-й минуте. Но ведь игроки и тренерский штаб прекрасно понимали, что, наверное, на этой стадии не нужно показывать максимум. В любом случае, у Интера за весь сезон во всех турнирах всего 3 поражения. И 31 победа. Сейчас, вот, судя по всему, рисуется 32-я. 10 очков, да? Нет, 11 очков Интер потерял из всех возможных. И, к сожалению, вот так получилось, что поражение от усадьбы Банные в Кубке ЛФЛ на выезде с счетом 4-1 стоило команде место в сетке плей-офф. И здесь, конечно, можно, наверное, говорить об определенном провале. И во втором матче Интер мог больше 3 мячей забить, но не забил, а затем довел дело до серии пенальти и вылетел. Но в любом случае, да, вот усадьба Банная. ЦДК в 4-м туре чемпионата. Это было 3 сентября. Вот вдумайтесь. Причем, по-моему, за неделю до этого Интер выиграл ЦДК матч за Суперкубок. Затем в чемпионате ЦДК взял реванш. Тогда показалось, что, ну, все-таки есть команды, которые Интеру могут конкуренцию составлять на дистанции. И еще одно поражение было от Голдшарк, как ни странно. Но это было тоже очень давно. Это было в ноябре. Матч 10-го тура первого этапа. Голдшарк тогда выиграл со счетом 4-3. У Интера был неоптимальный состав, у Интера, может быть, не самый был лучший настрой на эту игру. Но, в общем, вот 2 поражения на первом этапе чемпионата. И всего 1 потеря пока на втором. В прошлом туре Интер сыграл в ничью 0-0 с Гефестом. Стратегически, наверное, это была ничья, которая похожа на победу, потому что Интер не позволил сократить отрыв.
Гефесту, и, по крайней мере, теоретические такие хорошие теоретические шансы сохранить. В остальных матчах Интер выигрывал, причем и конкурентов громил, и команды средней руки, и аутсайдеров, и кого угодно. И в течение этого сезона назабивал, ну, один Григорян забил 66 мячей, о чем мы говорим. Но Интер вообще самая результативная команда во всех турнирах, которых участвует, даже в Кубке ЛФЛ на групповой стадии. Интер там опять какое-то сумасшедшее количество голов забил, да, не помогло это в плей-офф, потому что случился провал на Спартаке в Сокольниках. Но в любом случае, наверное, сезон считать можно хорошим. Но это как минимум, это мягко сказано. Если выиграют еще и Кубок Севера и сделают дубль, то тем более. Что касается Gold Shark, совсем мы про эту команду не говорим в первые 15 минут. Наверное, тоже можно в какой-то степени говорить об определенном прогрессе. Другое дело, какие есть перспективы у команды. Вот сейчас с этими кадровыми проблемами не кажется, что Gold Shark может еще один шажок в направлении элитной группы сделать в следующем сезоне. Многое будет зависеть от селекции, конечно. Но вот так 8 человек, 8 в 10 по сезону, в 11 там иногда добиваться результата очень тяжело, хотя футболисты здесь собраны на сегодняшний день достаточно мастеровитые. Давайте я представлю еще один состав Интера, который на поле появился, потому что здесь массовая замена. Ну и потом продолжим разговор. Итак, в обороне теперь будут играть вместе с Русланом Нахушевым, который на фланг переместился, Вадим Евсеев, вот, пожалуйста, никто иной. Константин Кадеев, у Евсеева, по-моему, 16 номер, но сейчас уточним, он в последний момент на стадионе появился, и в протокол его не успели внести. На шортах точно 16, на футболке, да, все правильно я увидел. Константин Кадеев, номер 89. В центре поля появился Максим Тараненко. У него номер 31. Павел Сучилин, номер 11. И Дмитрий Волков, номер 3. Ну и в атаке теперь будет играть Сергей Филин. У него номер 8. Таким образом... Ну да, у нас из внесенных в заявку игроков получается только Федоров еще не выходил, ну и, судя по всему, не приехал еще на стадион, ну, потому что не вижу я его на скамейке. И Ковалев, который не переодевался, но оказался в заявке, видимо, играть не собирается сегодня. Также, кстати, вот сейчас смотрю, что Алексей Аверьянов, получивший травму с костылями, но он вместе с командой на скамеечке запасных. В общем, Интер по-прежнему демонстрирует верность своим традициям, всегда собирается такая многочисленная группа поддержки, и ветераны команды, футболисты, которые в начале вообще существования Интера играли на постоянной основе, и просто болельщики, ну, в общем. В общем, я думаю, ощущение, по крайней мере, такая атмосфера семьи создается, поддерживается и тщательно лелеется. Наверное, отсюда и результат. Ну, а те футболисты, которые пореже играют, не всегда находится место в составе, не всегда большое игровое время уделяется этим игрокам. Вот в таких матчах получают возможность себя проявить. Так, здесь нарушение правил. Волков сбивает Бритовского, будет штрафной. Для левой ноги Шестакова, я думаю. Ну и Gold Shark при счете 4-0. Наконец-то всем составом перешел на половину Интера. Удар Шестакова по центру, Батыгин легко справляется. И аут будет, Клягин вводит из-за боковой.
Так вот, Гулшарк борется, продолжает бороться за пятое место. Но проблема в том, что сейчас акулы располагаются на шестой позиции и на одно очко отстают от APC. Ну, полагаю, что сегодняшний матч не то чтобы не спасти, а здесь, в принципе, все ясно. И вот эта диспозиция сохранится перед стартом двух последних туров. Соответственно, нужно просто набрать больше очков, чем конкурент в двух матчах, и занять пятое место. Это будет достижение, это будет определенное историческое событие для Гулшарк, команды молодой и, наверное, амбициозной. Может быть, не все получается вот так. И оказалось, что проблем гораздо больше с формированием команды, чем можно было себе предположить. Вот момент сейчас у Шестакова. Пробил он выше ворот. Но в итоге этого результата, во-первых, еще нужно добиться. И соперники у Гулшарк, с одной стороны, такие разноуровневые, я бы сказал, в оставшихся турах. С другой стороны, APC показал себя командой, которая более стабильна, что ли, вот таких спадов и падений не допускает. В общем, в именах и лицах Гулшарк завтра в 13-м туре опять играет с Интером, а APC играет с Динамо. Ну вот, таким букмекерским языком выражаясь, шансов, наверное, ни у тех, ни у других немного в этих матчах. Хотя APC динамцев уже обыгрывал по ходу второго этапа чемпионата, но «Динамо» борется за второе место и место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому, я думаю, завтра будет максимальный настрой. Поэтому все-таки предположим, что здесь должны фавориты одержать победу, хотя и «Интер». Неизвестно, в каком составе и в каком настрое к матчу подойдет. Ну, а в последнем туре Гулшарк будет играть с «Легионом». И вот тут, наверное, возможностей у него побольше, чем у APC, которым предстоит встреча с ЦДК. Почему мы вот так долго говорим о борьбе за пятое место? Все очень просто. Пятое место – это гарантированная позиция, позволяющая сыграть в Кубке LFL на следующий сезон. У «Севера» будет две команды в Лиге чемпионов, естественно, это клубы, занявшие первое и второе места. Три команды, бронзовый призер и занявшие четвертое и пятое место, сыграют в Кубке LFL. И еще одна команда в втором по значимости в общемосковском турнире будет квалифицирована в качестве обладателя Кубка Севера, либо, если Кубок Севера выиграет кто-то из первой пятерки, занявший шестое место. Ну вот, пока, оценивая шансы, наверное, шансы на Кубок как раз у кого-то из топов максимально высокие. И Интер, и Гефест, и ЦДК, и Динамо, пожалуй, главные фавориты, естественно, как полагается, все-таки по отношению к остальным командам достаточно большое преимущество в классе, но бывает всякое, и на севере, может быть, давненько не было, но все-таки не будем пока все сюрпризы отметать возможные. Так вот, если выиграть то есть это четверки, то шестая команда, ну, опять же, Гулшарк или APC, кто-то из них, квалифицируется в Кубок LFL. А вот Нева, которая заняла седьмое место, должна будет либо Кубок выиграть, либо надеяться, что Кубок LFL в этом сезоне выиграет Гефес. Тогда будет еще одно дополнительное место, и Нева в этом турнире сыграет. Легион занял восьмое место, и только вот выиграв трофей на севере, может рассчитывать на места в Еврокубках, в других обстоятельствах вряд ли. Ну, не то, что вряд ли, а в других обстоятельствах вообще никак в Кубке LFL не сыграет. Ну, если кто-то не снимется, как в прошлом сезоне, и вот это все, тогда Легион будет первым запасным. Но по большому счету,
ну, о Кубке говорить тоже не приходится, потому что Легион сейчас все-таки в конце сезона и кадрово, и организационно чуть-чуть не в том состоянии, чтобы бороться на дистанции, да, с топ-клубами. В одном матче еще можно там попробовать что-то там сделать, превозмочь себя и так далее, но не более. Вот так. И поэтому об итогах сезона для Gold Shark, наверное, стоит говорить, когда мы узнаем, какое же все-таки место команда заняла. Но уже сейчас мне кажется, что APC так инициативу перехватил в заочном споре за звание новичка года. Потому что Gold Shark перед началом второго этапа все-таки повыше чуть-чуть котировался. У Gold Shark были погромче приобретения. У Gold Shark, как казалось, такой был получше бэкграунд. И команда все-таки уже в Еврокубках играла. В команду пришли опытные футболисты. Команда обыгрывала Интер на первом этапе. И команда нравилась по игре. И в начале весеннего этапа чемпионата с тем же Гефестом у Gold Shark две ничьи с ЦДК, например. Ну вот так сложилось, и в очном споре APC оказался сильнее. И обыграв Динамо, электроники внезапно обнаружили себя выше Gold Shark в турнирной таблице. Я не думаю, что... Ведь на самом деле еще может быть борьба за четвертое место, но я не думаю, что ЦДК позволит Gold Shark или IPC, ну, Gold Shark тем более здесь сенсацию сотворить. Гол забивает. Ну вот я не увидел, от кого мяч отскочил. Бил-то Иван Симаков, понятно. А там то ли Валерий Скоробогатов, то ли кто-то из защитников. Ну, по-моему, Симаков. Все поздравляют. На 26-й минуте. Не знаю, слышите вы или нет, но... Это футбольный юмор. Олег Пронин со скамейки, уже заменившись, вышел на поле Андрей Фандеев, уже заменившись, подсказывает своим, что нужно дожимать соперника. Все, они посыпались и так далее. Хорошая атмосфера, хорошее настроение у всех, все весело. А Интер в первые 12 минут, сделав результат, сейчас играет в полноги объективно. Ну и не сухой счет, по крайней мере, для Gold Shark в этом матче. Какое-никакое достижение. Так вот, говорили о борьбе за четвертое место. Там 3 очка, на самом деле, всего лишь. И у APC есть матч с ЦДК. Прямое сражение, которое может стать интригующим только в случае, если армейцы завтра не смогут обыграть Неву. Ну а в то, что они смогут, мне кажется, и сама Нева верит, потому что здесь все ясно. Для команды Валерия Нурова сезон окончен. Хотя есть кубок, но тоже громадное количество проблем. Нева, в общем-то, после прошлогоднего бронзового сезона значительно обновилась, и были проблемы. А тут смотрим, чем закончится эта атака. Фандеев бьет гол, 4-2. Значит, неплохо. В концовке первого тайма события у нас развиваются. Ну, для нейтрального зрителя это вообще весело. Ну вот вторая семерка полевых игроков у Интера пока 0-2 свой микроматч проигрывает. Тараненко. Обводящий удар не точно. Ну так, выглядело здорово. Так вот, еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это вообще формула чемпионата. Насколько интересным получился сезон по вот этой схеме проведенной.
И было бы лучше или хуже, если бы все-таки по гладкой формуле играли. Я думаю, что этот разговор мы на второй тайм оставим. Там тоже нужно будет о чем-то побеседовать. Я пока пытаюсь как-то получше свои мысли сформулировать и их компактно изложить, чтобы мысью по древу не растекаться. Ну а пока давайте посмотрим концовку первой половины. Тут Филин, Волков, еще один момент, Сучилин, нет. Здесь просто до удара дело не дошло, Сучилин говорит, но надо пробить было все-таки. Передача лишняя уже была. Ну вот интересно, да, Голдшарк вроде бы сейчас просто играет в футбол, и выясняется, что вполне можно с Интером играть, и пусть там не все основные игроки, здесь пенальти, и смотрите, после 4-0 к 12 минуте сейчас к перерыву может быть 4-3. Совершенно буднично и спокойно. Кто пробьет? Симаков. Как правило, Бритовский вроде бы мяч взял, и он, наверное, будет исполнять. Ну да, и сам заработал. Офалил Константин Кадиев. Так. Бритовский против Батыгина. 4-3. Да. Апанасенко отправляет команду отдыхать. При таком забавном, если оценивать ход поединка в счете. Ну и я думаю, что прежде всего футболистам Интера будет о чем в перерыве поговорить. Мы прерываемся, наш разговор продолжим через пару минут. Нанесение на футбольную форму «Спортпринтем». Ну что ж, команды вернулись на поле после короткого перерыва. И мы продолжаем. Матч Интер-Голдшарк. Игра шестого тура, перенесенная на весну из-за выступлений в Еврокубках и тех, и других. Но вот по регламенту, по правилам, должна быть доиграна до начала игр 13 и 14 туров. Соответственно, вот единственная дата, по большому счету, когда могла состояться, это сегодняшний день. И после первого тайма Интер выигрывает 4-3. Не то чтобы здесь прям интрига появилась, но, по крайней мере, формально все ее признаки присутствуют. Интер забил 4 гола в течение 12 минут. Все очень просто и легко, в тренировочном режиме было. Но затем Голдшарк не то чтобы игру выровнял, но как-то понял, что, наверное, можно просто играть, не особо оглядываясь на соперника, на результат и на все остальное. И с 26-й минуты до конца первого тайма Симаков, Фандеев и Бритовский 3 мяча провели. Поэтому вот имеем то, что имеем. Давайте составы представлю, которые начинают второй тайм. У Интера в воротах Эдуард Батыгин, в обороне Николай Лепаткин, Руслан Нахушев, Алексей Мишин. В средней линии Владимир Свежук, Дмитрий Мечков и Александр Рощин. Впереди Артак Григорян. У Голдшарк Виталий Горелов в воротах. В обороне Александр Клягин, Дмитрий Кожемякин и Андрей Фандеев. В средней линии Дмитрий Шестаков, Иван Симаков, Алексей Бритовский. Впереди Валерий Скоробогатов. Рощин с мячом. Направо передача. Мишин простреливает. Еще раз простреливает. Выносят защитники. Здесь Свежук. Удар не получился, но там даже ближе к пасу в итоге вышло. Фандеев хорош тут в дриблинге. Накрутил пару человек. И тут же передача вперед. У Мечков успевает. Здорово. Шестаков открывался. Поточнее бы пас или даже посильнее. Скорее могла бы передача пройти. Видите, первые 30 минут мы говорили о чем угодно, только не о происходящем на поле. Ну а сейчас Интеру приходится собираться заново.
Не то чтобы там какие-то нервные, да, моменты происходят, и, в общем, все спокойно, вроде бы внешне, но ну, понимает команда, что совершенно негоже в этой ситуации терять очки, проигрывать или даже играть ничью, хоть ничья и сделает Интер чемпионом. Думаю, в этой ситуации недовольны будут черно-синие своим выступлением. Нахушев пробить отсюда может, на самом деле, но предпочитает потоньше сыграть. Григорян зацепился в борьбе с Шестаком, но уже падая, поэтому точно передачу отдать не сумел. Кожемякин на бровке, Симаков. Аглшарк сосредоточенно сейчас действует. Обратите внимание, футболисты не хотят ошибаться. Футболисты почувствовали, что игру они вернули. Когда фаворит чуть расслабился, потом очень сложно бывает вернуться в игру полноценная. Ну, вот сейчас Свежуку досталось в центре поля и будет штрафной. Но я хотел отметить, что те игроки Интер, которые вышли на замену, свой микроматч 0-3 проиграли. Это вот к разговору о сбалансированности состава, глубине состава у Интера. В общем, есть футболисты на скамейке запасных, которые могут игру усилить, и которые в других обстоятельствах и в старте появляются частенько. Ну, вот тот же Сучилин, например, или Кадеев, который почти всю первую часть чемпионата в основе отыграл. Но есть игроки, которым практики не хватает, может быть. Ну, Вадим Евсеев вообще, по-моему, пару раз его в этом сезоне на поле выходил. Поэтому не сильнее в таком сочетании Интер своего соперника. Конечно, говорить о том, что Голдшарк вот сейчас найдет момент для еще одного гола или двух, это слишком опрометчиво и преждевременно. Понятно, Интер владеет инициативой, Интер имеет огромный запас и может прибавить. Но я думаю, что гораздо приятнее было бы вести там 6-0, чем 4-3. И сейчас не то чтобы прям рисковать, но рисковать репутацией скорее, не результатом. Липаткин сейчас не здорово сыграл, Мечкову пришлось отрабатывать. А это фол. Да, ну. А как фиксирует это нарушение арбитр? Ну нет, все-таки фол на Шестакове. Потому что потом мяч еще в руку попал футболиста в Голдшарк. И поскольку Апанасенко сразу не дал свистка, могло показаться, что в первой фазе без нарушения обошлось, а затем игру рукой арбитр зафиксировал, но нет. В любом случае, Интер быстрый мяч перехватывает. Свежук на бровке, подача в направлении Григоряна, наверное, и слишком сильно получилось. Сильно и не точно. 4-3 по-прежнему. Сыграно уже 6,5 минут во втором тайме. Нахушев. Здорово, Мишин. Впереди предложений нет. Играет через Мечкова. Мечков поднимается повыше через Григоряна. Скидка Нахушеву. Нахушев уже на фланг сместился. Прострел. Опасно. И вот сейчас можно контратаку организовать. Ну, Симаков не успел к мячу. Там Рощин с фланга, смещаясь, был первым. Просто на скорости, а Симаков не смог добавить еще пару шагов, и
и вырвать буквально этот мяч. Ну а потом еще все равно пришлось бы бежать 40 метров вперед. Так что перспективы особенной не было. Интер в позиционном наступлении уже минуту, наверное, не покидает чужую половину поля, а может быть и больше. И очередной проход Липаткина на левой бровке к ауту приводит. Мячков. Штрафную. Григорян. Здорово цепляется. Мячков. Не там Кожемякин. Внимателен. Мяч выносит из вратарской. И дальше Карабогатов с Фандеевым. Пытались что-то изобразить. Пытались найти возможность для передачи вперед. Но Интер вновь перехватывает владение. Продолжает там кружева плести. И вот Шестакова, который перед этим к атаке пытался подключиться, даже пришлось вернуться в собственную штрафную. Нахушев. Удар. Мяч попадает в Дмитрия Шестакова. Симаков. Как будто сил уже совсем нет. Просто отбрасывается. Даже не пытался найти какую-то передачу вперед. Полузащитник Гулчарк. Интер продолжает владение. Рощин. Он уже в штрафной. Назад. Нахушев. Нет. Придется, мне кажется, еще один заход сделать. Мячков. Мишин. Вот здорово сейчас Интер играет. И широко, и меняет фланги. И пытается за счет коротких передач все время на свободное пространство выводить. Партнеров. Но не все пасы получаются точными и в обострении, что ли. Зато прессинг работает. Так, аут. Голдшарк будет бросать. Шестаков не нашел адреса и Клягину оставил. Вот так. Это передача на Фандеева. Тут мяч сохраняет. Ух, назад передача довольно рискованная. Бритовский мяча проскочил. А тут Григорян сразу подключился. И передача Мячкова классная по мысли. Но немного слабовато получилось. И в итоге перехват. И здесь еще один перехват. Рощин здорово играет. Прострел. И успевает Клягин прервать эту передачу на Артака Григоряна. Угловой будет. Мишин отправляется его подавать или разыгрывать. Про главы Интера говорилось много по ходу этого сезона. Мы видели частенько розыгрыш с забеганием и с прострелом на вторую линию. Бывало и подача вот такая. Под удар. И сейчас здорово Липаткин пробил. Там защитники Горелого помогли. Свежук мяч укротил, назад сыграл. Опять Липаткин. Мячков. Липаткин, Свежок, Мишин, прострел низом, удар Григоряна блокирует. Григорян сегодня не забивал и вообще не очень заметен. Но в том числе потому, что в середине тайма замена была. Здесь казалось, что мяч в руку попал кому-то из игроков Голшарк, Дмитрию Шестакову, по-моему. Но на самом деле, ну все равно эта атака голом заканчивается. И как раз Григоряна, отметим мы классную совершенно передачу, которую Нахушев вырезал левой ногой. И скидку Алексея Мишина. У Мишина сегодня уже вторая голевая передача, и он еще гол забил. Так что один из самых результативных футболистов сегодняшней встречи. 5-3, Интер реализует свое преимущество. Я думаю, что сейчас Интер не будет массовую замену проводить уже на всякий случай. Но вот такой счет, наверное, больше похож на то, чего мы ожидали. Да, в этом матче. Ну, а у Артака Григоряна
24-й гол в чемпионате. Во втором этапе чемпионата, я имею в виду. И это 12-я игра. У него еще 12 передач, поэтому в среднем Артак Григорян как бы 2 плюс 1 в каждом матче делает. В турнире, напомню, где участвуют 8 лучших клубов Севера. Семнадцать минут еще играть. 5-3 Интер выигрывает. И продолжает наседать на ворота соперника. Рощин в центре. Мячков подключает. Мячков мяч стопой прокатывает. На левый фланг играет. Прострелы Паткина. Ух, момент хороший, но Свежука опередили, и у него скидка не прошла. Если бы Свежук не на удар был нацелен, а на сброс, он мог бы поставить корпус, как Григорян. И Мячков набегал как раз с левого угла штрафной в центр. У него совершенно расстрельная была позиция. Ну вот, все произошло не так идеально, как я тут вам рассказываю. Горелов выбит от ворот. Даже выбить некуда. Да что ж такое? Мяч не покинул пределы штрафной площади. Сейчас не знаю, почему арбитр не зафиксировал этот нюанс. Вообще, конечно, нужно было еще раз назначить свободный от ворот. Ну ладно, заиграно. По большому счету не принципиально, конечно. Шестаков. В центре его Мишин останавливает. И впереди нет адресов, только назад. Гореловым. Здесь Фандеев. Горелов. Бритовский, Фандеев и опять Горелов. Ну вот полюбуйтесь. Прессинг Интера на три четверти. И, в принципе, довольно сложно Голдшарк его разбить. Шестаков налево. Симаков. Иван Симаков, наверное, во второй части чемпионата чуть хуже выглядит, чем обычно. Вообще он лидер Голдшарк по результативности и в первой части чемпионата был таковым. И во второй остается, но все-таки мы привыкли, что он еще более такую важную роль играет. Но здесь столкновение. Кожемякин шел до конца и как бы подсел под Эдуарда Батыгина. Но здесь нарушение очевидное. Я не думаю, что умысел какой-то был в действиях защитника Акул. Ну а по Симакову должен сказать, что вот по голам его опередил уже Андрей Фандеев. Потому что Фандеев в прошлой встрече 4 мяча забил, ворота Невы. Это был очень результативный матч. И Акулы выиграли 8-5. И у Фандеева стало 7 забитых мячей. Сегодня он также отличился, и теперь у него 8 голов. Ну а у Симакова было 6 и плюс 1 сегодняшний, итого 7. Но у Ивана Симакова еще 4 результативных передачи, поэтому у него 11 очков по системе гол плюс пас. Что касается первой части чемпионата, то 8 плюс 6 было у Симакова. Это 14 очков. И за ним в списке бомбардиров расположились Дмитрий Шестаков и Иван Ерохин. У них по 12 баллов, но Ерохин забил больше, как и полагается нападающему. У него 10 мячей.
и две голевых передачи. У Шестакова 5 плюс 7, у Фандеева 5 плюс 6. Но в любом случае это все цифры, и может быть мы здесь и не стремимся к таким, знаете, абсолютным значением, каким-то титулом и званием. Но то, что Симаков важная фигура для Глушатка, это совершенно точно. И вот весной, в апреле, в мае видно, что небольшой спад у него. И поэтому в том числе Глушатка не лучшим образом выступает в последних матчах. Да, был добыт успех в поединке против Невы. Ну а до этого 3 поражения: 0-6 от Динамо, 2-3 от APC и 1-4 от Гефеста. Вот на вот этом этапе сезона не получилось нам брать ни одного очка, и многие шансы на медали в том числе. А Глушарк в середине турнира даже претендовал на бронзу. Мог вмешаться в борьбу за бронзу. Вот после этих поражений большее количество шансов было потеряно. Интер продолжает атаковать. У Григоряна сейчас еще одна возможность была, но его удар парировал Горелов. Будет угловой. И дальний удар Нахушева. Ну, как защитник, знаете, без обреза сыграл. 5-3 на 50-й минуте. И смотрите, Интер делает замену. Интер проводит замену. И сейчас посмотрим, кто на поле остается. На поле, во-первых, остается Артак Григорян. И на поле остается Руслан Нахушев. Вот эти футболисты. Нахушев вообще без замены играет. Григорян в первом тайме отдыхал, сейчас нет. Евсеев и Кадеев вышли в оборону. Тараненко, Сучилин и Волков в линию полузащиты. Ну что ж, определенная философия. Может быть, шанс для вот этого варианта состава чуть исправить свою статистику. Потому что все-таки получить 0-3, когда твои партнеры выиграли 5-0 свой микроматч, это такой серьезный удар по самолюбию в том числе. Волков мяч притащил в центр поля. Через Сучилина отыгрался в центре. Сучилин мяч тащит. Направо играет. Здесь скидка. Тараненко. Сейчас долго с мячом работали полузащитники Интера, и перехват. Поэтому... А Григорян, кстати, играет сейчас очень глубоко. Он опустился в центр, чтобы помочь партнерам на этой позиции. А здесь Глушатка проходит, атака, и блестящий гол забивает Кожемякин. Именно с точки зрения комбинации передача с фланга пошла, и... Одним пасом, по-моему, Симаков отрезает всю оборону черно-синих. И 5-4 счет становится за 9 минут до конца. Кожемякин с позиции последнего защитника, да? К атаке подключился. Напомню, Интер устроит ничья. Такой результат все-таки будет выглядеть странновато. Ну а с другой стороны, это что, проблема Глушатка? Вот сейчас, набирая одно очко, Глушатка догоняет APC. И в борьбе за пятое место интрига не то что обостряется, а Глушатка даже преимущество определенное получает. Ну, просто потому, что в последнем туре играть с Легионом. Конечно, совершенно не факт, что Глушатка вообще обыграет Легион в нынешнем своем состоянии. Но шансов будет больше однозначно.
Мечков и Филин сейчас рядом с резервным арбитром. Значит ли это, что готовится замена на концовку? Но такое может быть, по крайней мере. Сохраняет мяч Симаков. Выбивает его через Стороненко в аут. Бритовский немного неточно сейчас играет, но сохраняет владение и вынуждает соперника нарушить правила. Симаков через Клягина. Кожемякин. Фандеев. Его Нахушев выжимает на свою половину в поле. Фандеев здорово разворачивается. Через Шестакова. Здесь Симаков. И назад. Шестаков, Кожемякин. Сейчас Голдшарк владеет преимуществом и мячом. И буквально зажимает Интер на его половине. Шестаков штрафной. Он мяч укротил. Ударная позиция. 5-5. Блестяще все сделано. Дмитрий Шестаков. Так, замену Сергей Филин проводит. Убирает Максима Тараненко с поля. Выйдет Мечков, ну потому что совершенно глупо будет отдать эту игру за 6 минут до конца. Отдать эту игру и чемпионский титул, завоевание чемпионского титула отодвинуть как минимум еще на один день. Но Голдшарк-то каков, а? На 26-й минуте счет был 4-0. И ничто не предвещало никаких проблем для Интера. А в итоге 5-5. Нахушев. Ну, Евсеев один. Вот, мяч получает. Направо. Волков. Дальний удар, и это за пределы стадиона. Вот интересно сейчас, что в головах футболистов Голдшарк. Тянуть время, сражаться за эту ничью. И как Интер оценивает происходящее. Сергей Филин-то, я думаю, недоволен, он и... После прошлой ничьей с Гефестом доволен не был. А уж сейчас, пропустив 5. Игорян. Вроде бы неплохо против него Кожемякин сыграл, но против Григоряна очень сложно вообще, в принципе, играть вот в таком стиле на опережение. Потому что ну, лучше всех в этой лиге он ставит корпус. Где-то рядом Андрей Говоров, но тому чуть тяжелее, он все-таки уже не такой резкий, как Григорян. Бомбардир Интера моложе. Ну а сейчас штрафной зарабатывает Вадим Евсеев, а сбивает его Валерий Скорбогатов в подкате. И это точка для Руслана Нахушева. Он отсюда забивал, он отсюда несколько раз в перекладины попадал. В общем, это все очень опасно. Но сейчас только до Клягина мяч доходит и на угловой. Сучилин спешит его разыграть. Да, но это интересно, конечно. Это очень интересно. Вот весь этот сценарий и все происходящее в очередной раз доказывает, что насколько бы команда ни была сильнее своего соперника... По именам, по составу. Ой, Александр Владимирович Филимонов на стадионе появился в концовке этой игры. И в темных очках даже так немного приподнял их, чтобы посмотреть на того, увидел 5-5. И сейчас направляется к скамейке к своей команды, чтобы просто выяснить, а что там произошло. Да, сегодня не он играет, видимо. Не мог приехать раньше.
приехал праздновать, а праздника-то может и не быть. Григорян, а нет, мяч покинул пределы поля. 2,5 минуты остается, и с одной стороны до оформления чемпионского титула, а с другой стороны сейчас любой рикошет, любой удар в сторону ворот Батыгина шальной, и, пожалуйста, Интер проигрывает. Когда на 8-й минуте, когда на 23-й секунде забил Свежук, когда на 8-й минуте счет стал 3-0 в пользу Интера, казалось, ну, совсем неинтересный матч будет. Ну, просто голами насладимся, красивыми комбинациями, поговорим о чемпионате. И вот, пожалуйста, что получается. Батыгин мяч устанавливает на углу вратарской. Нахушев будет выбивать. Здесь Григорян, мне кажется, подталкивал Кожемякина, но за мяч зацепился, и свистка нет. Здорово играть за Чилин, там одного крутит второго. Момент, Мечков в дальний угол, и Григорян, это даже пас был. Григорян должен был внутренней стороной стопы забивать, мне кажется, чуть потерял ворота и ткнул в сторону. Ну, сейчас секунд 15 Горелов будет мяч устанавливать, потом вводить, и останется 1 минута. 5-5. Я думаю, сейчас больше всего негодуют футболисты APC, которые не предполагали, что Голшарк их догонит уже к началу предпоследнего тура. Если смотрят, конечно, они проводят тренировку или игру на пляжах. Футбольного стадиона Строгино. Мяч за боковой. 30 секунд до конца. И замену проводит Голшарк тактического характера. Скорбогатов уходит, Пронин вместо него. Но это потянуть время. Но у Интера все равно будет возможность одну атаку провести. Мечков. Вот что сейчас лучше. Мяч просто подержать и оформить титул? По-моему, да. Ну все. Ну все. Свисток. Юрия Панасенко возвещает об окончании этой встречи. Интер Голдшарк 5-5. И мы поздравляем команду Сергея Филина. Она становится чемпионом Северной лиги этого сезона. Может быть, концовка получилась не такой яркой, как ожидалось. И, наверное, убедительная победа в этом отношении была бы, выглядела бы более празднично, что ли. Но, по большому счету, цель достигнута. И вот такой результат можно считать полностью закономерным, по большому счету. Голшарк, в свою очередь, догоняет APC в турнирной таблице. У нас остается 2 тура до конца чемпионата. И все еще достаточно интересно в борьбе за 2-е место, в борьбе за 5-е место также. Ну и мы, соответственно, будем продолжать вести репортажи с Флотской. Увидимся здесь, на главном стадионе округа. Друзья, для вас работал Кирилл Разумовский. До свидания. Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М».